С вами снова Вака. Сегодня нахожусь в Кировограде на чемпионате Украины по легкой атлетике. Моя дистанция на этих соревнованиях является это 400. Как я уже говорил, в Луцке я неудачно выступил, не попал в финал. На этих соревнованиях я должен попасть в финал, буду бороться. Мы только заселились недавно. 15 минут назад где-то. Сейчас буду кушать, отдыхать и буду собираться на разминку. Поснимаю, естественно. Там другие ребята должны тоже потянуться. Сидят. Че, поснимаем видосики? Что там, член? Ничего, привет. Завтра засекать моих. У тебя водичка есть? 55 секунд. А ты бежишь 400? Нет, ну что, привет. Сразу сучара. Да-да. Дай воды, Алё, есть у тебя? Еще не могу. Злобые. Я специально опустил. У тебя уже на бутылку. Да, давай на бутылку. Да нет, маленькая. Она маленькая. Представь меня. Я так размялся, херово. Она уже этот? Да, снимает. Представь меня. Всем привет, с вами Виталий Дудник и Андрей Василевский. Не так представь меня. А ты пошел уже? Я, да. Короче, я прибыл первый раз в Кировоград. Довольно-таки прикольно здесь. Я сам приехал. А ты сам ехал? Капец. Так же баба, бля, передозом не заболел. Кстати, я этот, когда ехал в электричке, вот уже там от станции какой-то в Кировоград, то, короче, баба, ну, какая-то женщина пожилая, она чуть не умерла. Вот, ну, короче, я готов бежать на 50 секунд, но это не точно. Но Валера будет засекать как 55. Я рыгать буду, там. Вот тут же школа рум, и сразу там трава можно плевать. О, нормально. Все, мы с Валерчиком будем по-братски плевать чисто. Ну я точно. Завтра? Я только что поел сникерса. 12 часов. Сегодня ничего не ел и вообще пипец. Это тяжко. Но ничего. Солдат сюда здоров, солдат на все готов. Давай меняй. Вырубай камеру потом. Я размялся. Так жестко отвечаю. Жара неимоверная на улице. Спека немашливая. Ты был на солнце? Чего ты не разминаешься? Блядь, я утром взял. А, понял. А когда же приехали? Я только приехал. Не, ну короче, блин, жестко, а эти сейчас. Завтра еще передаю дождь. Да. Будет ли он, непонятно. Валер. Сегодня на солнце. На следующий день я, блядь, болею нахуй. Потом неделю с температурой. А я как не поеду на 400, вечно какая-то параша. Тут дождь, то снег. Что, в Киеве было здесь? В Киеве. И то потом. Тоже прохладно дождь. Было в Киеве. И то вышли, потом был дождь. Да, дождь был. Короче, нам не везет на 400. Я думал, вы все всех увижу, поразнаю все вместе, а вы козлы. Да хуя, я, блядь. Я ехал в Вознесенск, потом с Вознесенска на электричке Ну не электричка, ты имеешь в виду вот этот скоростной поезд его? Да, электричка это прям электричка. В любом случае электричка это типа трамвай. Трамвай, блядь, наверное. Не, я не шарю вообще. Я... Дизель, блядь. Дизель. На угле. На угле, говорю, паровозно. Да, блядь, такие Валеры, как ты, блядь, собаки. Да я вообще на велике приехал. Подожди, а ты что бежишь? 140? 100. И все. А у нас финал на следующий день или что? На как ты что бежишь? 400 только. Я просто думал, что-то меня снимет и равно, я буду бежать. Снимал тебя, понятно. Некому снимать. Ты беги и сам себя снимай в голову. Вот так. Да. Тут я бегу, тут меня обгоняют, я обрыгаю. Короче, надо таймлапсик сделать. Видеорей это оператор.
Ну что, ребята, можете меня поздравить. Я попал в финал. Я наконец-то добился своей цели. Хотя бы на молодежных соревнованиях попасть в финал. Что я могу вам сказать вообще за разминку? Я, кстати, не снимал видео на разминке, естественно, потому что я настраивался. А после самих соревнований я уже не в состоянии был снимать. Так что я уже пришел домой. Немного отошел. Ну, сейчас расскажу все по порядку, как было. На улице, естественно, очень жарко. Вообще непривычно так немного бежать в жару самую. Соревнования были, сам забег, начало соревнований, точнее, в 11 часов. На разминке было очень жарко, вообще нереально просто. У меня еще вещи все черные. Как вы знаете, черный цвет поглощает любые цвета, и солнце, тем более, вот эти лучи. Было очень жарко, короче. Ну, сама разминка, в принципе, прошла нормально. Ну и все, в принципе, пошел в кулрум, зарегистрировался, все дела, нормально вообще. Ну, особо не нервничал. Что я могу сказать по дистанции? Ну, так как я основной целью являлась попасть в финал, ну и моя задача основная была это попасть в финал, пробежать первым, хотя бы первым. Хотя нет, я должен был первым пробежать, ну и либо по времени. По самой дистанции первые 200 метров были такие... Ну, тяжеловатенько немного, то ли занервничал, не знаю, короче, тяжесть в ногах появилась. Мне было немножко тяжеловато бежать. И я уже видел, что ребята впереди, я начал немножко их догонять, или они просто немного, начали сбрасывать скорость после второго виража, как мне добавлять, не добавлять. Ну, чтобы знать, чтобы я бежал не по времени, а чтобы первый пробежал чисто. И я уже, после того, как она мне крикнула, я не стал добавлять. А последний, не стал добавлять на сотни, а последние 30 метров я уже вообще бросил, потому что там первый бегу, зачем напрягаться, притом это первое соревнование, на которых я бегу с финалом 400. Это тяжело как-то будет. Завтра надо будет в полную гатить. Я последние 30 метров бросил, уже начал оглядываться, а то последние метры еще брошу, меня гонят и все, и можно домой будет ехать. И, в принципе, особо после дистанции не накрыло, чуть потошнило, я посидел. Ну, все так нормально вроде прошло, все. Первый раз с умом побежал, кстати, все анализировал, каждый вот этот метр, так сказать. Ну и все, я немного посидел. Сейчас буду отдыхать. Может, сегодня, если пойду гулять, тоже что-то поснимаю вам. А завтра уже в бой, как сказать, вообще будем бежать уже на полную. Результат мой был 49,7. С учетом того, что я бросил, это еще электроника. В принципе, не быстро и не медленно. В финал попал уже хорошо. Дальше уже, так сказать, покажу себя на полную, на что я способен за весь год этот тренировок. Так что смотрите это видео до конца, я думаю, будет что-то интересненькое. Так что, вот так вот. Я, кстати, надеюсь, что сняли мой забег, потому что его там снимали. Так что все будет окей. Я сейчас пойду купаться, кушать, отдыхать. И уже вечерком, наверное, пойду куда-то гулять. Решили посидеть на стадионе, но соревнования еще идут. Не четвертый результат получается на соревнованиях. Так что завтра будет жаркий финал. Вот финалист главный. У чувака печальный старт просто. Не повезло, не фартануло. Да, на самом деле просто... Колодки неудобные, на самом деле. Да. Реально говно. Ветер. Да, колодки немного кончены. Как кончены? Нормально. Они просто, не широкие. Они широкие, но не высокие. И немного непривычно. И мне не нравится, что вот становишься в колодке. И там вот хочешь, там садись даже, когда в них. Они так тарабанят, Стучат, звонит, что-то мне просто. Когда выбегаешь, тоже такой звук, дынь, побежал. Ходуном все ходит. Короче, не очень прикольно. Что делать? Вообще, да, пофиг. У нас похуже, конечно, но все. У нас крутые колодки, кстати говоря. А что мы вообще докопались до тех колодок? Завтра я буду вот тут сидеть по-любому, или лежать. Короче, после 400 финал. Посмотрим, как оно будет. Короче, мы только что были на 100 метрах на эстафете. На соревнованиях, не на эстафете. Все нормально. Вот завтра владелец этой камеры с нами не бежит эстафету. Я разочарован.
Потому что я только с этим кисунчиком типа не финал. Бегать. Сзади бабки тут скажем кончено. О, там девочки. Да не гони. Вот, получается, я поздравляю Валеру и Андрея с выходом в финал. Еще рано поздравлять. Как вы уже вышли в финал. Вот, когда мы будем, ну, финал, да, а когда мы будем рыгать, это финал. Все другая история. Вот, я постараюсь заснять на видео то, как он рыгает, и потом я постараюсь сделать так, чтобы он это выложил. Если ты вот так снимать, микрофон не закрывал, да? Блядь, где? А, вот это микрофон? Я не знаю, где этот микрофон. Ладно, нормально. Так что вот, я... Ну, а по мне не будем рассказывать. Тут нечего сказать. Ну, как бы вот так вот. Ну, ничего. Все будет хорошо. Все будет. Меня и у всех. Еще раз поздравляю Андрея. Как тебя зовут? А, и Валеру. Вообще. Вот. Ну, все. Всем мир. Всех люблю. Все хорошо. Дима, бежать! Короче, поздравьте меня, снова все. Допустил я ошибку. Я первые 200 метров начал бежать нереально быстро. Ну, как быстро это? Я вроде бежал не быстро, но засекли, и оказалось, что это очень быстро. Короче, я накормил себя, естественно, и последнюю сотню вообще еле добегал. Не знаю, кто-то не снимал, ставлю ли я это видео или нет. Короче... Бежал второй, мог даже быть вторым, скорее всего, но в итоге я показался четвертый. Мне, как обычно, обидно тоже, блин, так близко быть при своим местам и проиграть это. Это вообще капец, ребят, что я могу сказать? Я расстроен. Ну ладно, будем работать дальше, будем что-то делать. Я все-таки тренировки свои только начинаю на этой дистанции, год прошел уже. Ну, надо дальше стараться. Посмотрим, как оно будет, блин, мне до сих пор херово очень, я еще не дошел после этого финала. Обстановка еще такая была. Довольно тяжеленькая, все тяжело было. Не по себе как-то. Будем работать, будем так смотреть. Завтра уже уезжаем. Так что я сейчас пришел, тут покупался, что такое. Устал и буду сейчас отдыхать.